Так, запись пошла. Вот покажу, зачем же мы все-таки делимся, да, каталогом своим с, ну, с персональной ссылочкой. Вот у нас книжечка. Мы на нее нажимаем. Ну, давай думай скорее. Вот, видите, поделиться. Мы делимся, вот я один раз каталог делаю, это делюсь себе в Телеграм, вот, в избранное, например. Ну, или ты сразу шлешь там человеку, если он хочет посмотреть, там, другу, или в бьюти-чат, например, в свой. Но ссылку мы сохранили, и теперь дальше идут действия с компьютера. Сейчас покажу. Так, вот смотрите, получается, что эта ссылка у нас в избранном. Мы один раз, это у меня на компьютере открыт Telegram. Проходим по этой ссылке, вот она получается персональная. Я еще не заходила на сайт Oriflame, но меня направляет вот сюда, на этот каталог. Да? И вот здесь смотрите, Валерия Владимировна. То есть человек, если вы ему отправили эту ссылку, проходит по ней. И чтобы он не закидал себе в корзину, в конце ему предложат зарегистрироваться программа. И он попадает в вашу структуру. А вот он нажимает на меня, да, и видит мои контакты. Вот таким образом она работает. Дальше, если не отправляем мы эту ссылку, ну вот один раз мы по ней прошли. Например, сегодня Катя в продуктовом чате выложила вот пост. И видите, тут тоже ссылочка стоит, парфюмерная вода. Так вот, я этот пост сейчас буду размещать в Одноклассниках, в группе, да, продавать. Вот, например, я воспользуюсь данной ссылкой своей реферальной в группе продавашки в Одноклассниках. Я зашла уже в свою группу, да, продавашку. Вот Катя разместила сегодня пост в нашем продуктовом чате. А, картинки я скачала. А, и вот эту ссылку, смотрите, я ее открываю, перейти в браузере и попадаю сразу, смотрите, на этот продукт, но он уже прикреплен ко мне. То есть если человек его положит в корзину, опять же, он купит его, зарегистрируется и станет моим онлайн-клиентом. Так у меня вот один попался уже онлайн-клиент в прошлом году. Эту ссылку я копирую. И вот я буду сейчас создавать тему, крепить фотки. Так, сейчас тра-та-там. Телеграм. Покажу вам. Мисс Джордани, ну, к примеру, да? Вот, я также выкладываю. Внизу у меня будет эта ссылочка идти. Так, и, ну, пост, сам пост, да, половинку сверху, например, размещаю. Так можно делать не только в Одноклассниках, да, еще ВКонтакте, где кликабельна эта ссылка, в WhatsApp, в бьюти-чате. Вот, половинку сюда и половинку поста. Так, половинка, половинка, половинку вот сюда. Вот, и видите, ссылочка в конце. То есть так гораздо, ну, проще, лучше, если человек ищет именно этот аромат, он его находит. Можно еще добавить хэштеги, но я сейчас не буду. Я просто хочу вам показать, как это будет выглядеть. Все, возвращаемся, например, в группу. Вот мой пост, да, вот такой он красивенький, его уже вон два раза посмотрели. Так, у нас, так, чпок. И если сейчас человек проходит в моем посте по вот этой ссылке, вот он и попал. Здравствуйте, я Валерия. Даже если человек меня совсем не знает. У меня, например, в группе нет друзей, там больше 200 человек. И он покупает эту водичку, баллы добавляются к вам, он становится вашим онлайн-клиентом. Вот таким образом. А, например, выше тоже, смотрите, Катюша разместила зимние ароматы. Тут подборка будет ароматов. Так вот, чтобы не просто скопировать, это если вы скопируете просто, это будет отправлять вас на раздел с ароматами, но к вам никак крепиться не будет. То есть человек зарегистрируется и пойдет абсолютно в любую команду по вот такой ссылке. Но мы, прежде чем разместить у себя, например, в группе, переходим по ней в браузере, чтобы это была ваша ссылка теперь на ароматы. Видите, какая тут будет подборка? Про все-все-все ароматы. Я такой сейчас пост тоже себе сделаю, ну, в Одноклассниках, в группе. Так, если кто-то что-то понял, хорошо. Если кто-то что-то не понял, напишите. Сейчас это видео смонтирую, отправлю. Вот такой красивый пост. Здесь у меня сейчас будет про ароматы еще раз вместе с моей ссылочкой. Все, всем спасибо. Пока.